Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, номер 11, урок 9. Машенька потрясла яблоньку, и с нее упало 20 яблок. Это составило 5% всех яблок, которые были на этой яблоньке. Сколько всего яблок было на яблоньке, и сколько яблок на ней еще осталось? 5% – это 20 яблок. Это те яблоки, что упали. Наша задача узнать, сколько яблоков было и сколько их осталось. То есть наша задача сейчас найти число по его части. 5% – это 5 сотых. Когда мы находим число по его части, мы делим на знаменатель, на числитель и умножаем на знаменатель. Получается, что 20 разделить на 5 будет 4, а 4 умножить на 100 будет 400. То есть 400 яблок было на яблоне. Чтобы узнать, сколько яблок осталось, мы должны от количества яблок, которые были на яблоне, отнять количество упавших яблок. И мы узнаем, что на яблоне осталось 380 яблок. Ответ: 400 яблок было и 380 яблок осталось. У вас возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.